Тысячи людей собрались в Братиславе на митинг, организованный оппозицией. Они выражают протест против планов правительства Словакии упразднить специальную прокуратуру, которая расследовала коррупцию, и смягчить наказание за финансовые преступления. Люди скандируют «Долой Фица». Политик в очередной раз занял кресло премьера в октябре прошлого года. По его мнению, реформа нужна, чтобы положить конец гонениям со стороны специальной прокуратуры, которая якобы превышает полномочия. Однако многие уверены, что он пытается защитить своих соратников и близких к правительству бизнесменов. То, что делает господин Фица, неописуемо. Я очень злая и искренне переживаю за своих внучек и будущего внука. Я в ужасе, и мне противно. Мы были здесь в 1989 году во время бархатной революции. Наши дети были маленькими. Это полное дежавю. Тем временем президент Словакии Зузана Чапутова призвала законодателей пересмотреть планируемую реформу. Смягчение приговоров, повышение порога уголовного преследования, изменение условий условного освобождения и изменение сроков давности будут означать, что государство отказывается от защиты своих граждан и обеспечения эффективного правосудия. Роберт Фица пытается ускорить принятие реформы. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что сегодня выступал не президент. Обычно глава государства не выступает с обсуждением законопроектов. Вместо этого она выступала как представитель прогрессивной Словакии и оппозиции. В последние недели тысячи людей выходили на словацкие площади, чтобы выразить недовольство реформой. Европейская комиссия и Соединенные Штаты также выразили обеспокоенность планами правительства Словакии. Тем временем Европейский парламент призвал Еврокомиссию принять меры для защиты верховенства закона и независимости судебной системы страны.